Председатель Следственного комитета России в ходе рабочего визита в Армению заслушал ход расследования уголовного дела в отношении военнослужащего Пермякова. Координируя работу следственных групп, Александр Бастрыкин и председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян договорились о совместной деятельности для всестороннего, полного и объективного расследования уголовных дел, которые были возбуждены в обеих странах. Председатель Следственного комитета России заверил своего коллегу, что расследование и судебное разбирательство в отношении Пермякова будет проходить исключительно на территории Армении. При этом расследование уголовного дела и все процессуальные действия по нему будут осуществляться в соответствии с нормами международного права и существующих двухсторонних соглашений между Российской Федерацией и Республикой Армении. Сегодня же руководители следственных комитетов двух стран встретились с президентом Армении и доложили ему о ходе совместного расследования, при этом заверили, что виновный в жестоком убийстве понесет заслуженное наказание.